Движение «Братья-мусульмане» уверяет, что не имеет никакого отношения к взрыву в египетском городе Эль-Мансура. Заявление по этому поводу распространила пресс-служба исламистов. Ранее власти Египта назначили виновными в теракте «Братьев-мусульман», объявив это движение террористической организацией. Взрыв у здания полицейского управления в Эль-Мансуре привел к гибели 14 человек, около 200 ранены, в том числе начальник полиции города. Следствие уже заявило о 4 задержанных по подозрению в осуществлении теракта. Спецслужбы считают, что за взрывом могут стоять боевики, базирующиеся на Синае и связанные с Аль-Каидой. После взрыва во вторник ситуация в Египте вышла на совершенно иной, более серьезный и опасный уровень. По сравнению с предыдущими атаками, в этом теракте удивляет хотя бы даже количество использованной взрывчатки, оказавшейся способной разрушить большую часть полицейского управления и многие близлежащие здания. Взрывная волна ощущалась в радиусе 20 километров от полицейского управления. На этих кадрах разрушение в одном из местных магазинов. Многие помещения автомобилей завалены обломками, под ними еще могут находиться люди. Скорая и спасатели продолжают работать на месте теракта. Для разбора завалов прибыла тяжелая техника. Район взрыва полностью лишен электроснабжения.